Совсем скоро в парламенте появится 10 свободных мест. 9 из них – кресла депутатов Альянса за европейскую интеграцию, которые стали министрами в правительстве Филата, плюс место генпримара Кишинева Дарины Киртака, с которым либеральная коалиция никак не может расстаться. В Центризбиркоме говорят, что все зависит от законодательного органа. Он должен объявить эти 10 мандатов вакантными. Остальное – дело техники. Дарин Киртуака не должен был попасть в нынешнюю обойму отказников от депутатского мандата. Парламент уже давно должен был объявить его место вакантным. На раздумье остаться депутатами и отказаться от занимаемых должностей или предпочесть прежнее рабочее место и сдать депутатский мандат, народным избранникам был отпущен срок до 14 сентября. Месяц с момента признания Конституционным судом результатов досрочных парламентских выборов. Премьер Зинаида Гречанная и 5 министров из ее команды свой выбор сделали и ушли из правительства в парламент. Свой выбор тогда сделал и Дарин Киртуака. Его заявление об отказе от депутатского мандата датировано еще 11 сентября. Но, как шутят в парламенте, нет ничего более постоянного, чем временное депутатство столичного градоначальника. В парламенте даже традиция сложилась. Начинается заседание, фракция коммунистов поднимает вопрос о мандате Дарина Киртуака. У меня вопрос по процедуре. Господин Гимпу, какой статус на сегодняшнем заседании имеет господин Киртуака? Насколько мы знаем, он отказался от депутатского мандата, и было бы логично, чтобы парламент изучил этот вопрос и объявил эту должность вакантной. Юридическая комиссия уже высказалась по этому поводу 2 недели назад. Имеется рапорт, имеется постановление, однако господин Киртуака по-прежнему присутствует на заседании и, по нашему мнению, незаконно способствует принятию нормативных актов. Поэтому я от имени фракции предлагаю включить этот вопрос в повестку дня и поставить его на голосование. Но Альянс за европейскую интеграцию также традиционно предложение коммунистов игнорирует, ведь у него каждый голос на счету. Генпримар нужен либеральной коалиции в парламенте, чтобы обеспечить кворум. Проблемы города в данном случае вторичны. Как, впрочем, и во время 2 предвыборных кампаний. Еще в начале года Дарин Киртуака временно покинул пост мэра, чтобы участвовать в парламентских выборах. Потом ситуация повторилась на выборах досрочных. Сейчас генпримар заседает в парламенте. Таким образом, уже почти 9 месяцев у Дарина Киртуака практически нет времени на выполнение своих непосредственных обязанностей. На Западе, если чиновник такого ранга не выполняет своих прямых обязанностей, его увольняют с формулировкой за бездействие. Именно так с конца мая стали поступать с нерадивыми чиновниками в российских городах. Например, в середине июня депутаты Суздальского горсовета отправили в отставку мэра Сергея Годунина за невыполнение служебных обязанностей.